торговая война между США и Китаем получила продолжение. В Биарице Дональд Трамп заявил, что Китай выразил готовность продолжить консультации по торговым вопросам. Китай настроен серьезно. Они понимают, что это важно. Мы начнем переговоры уже очень скоро и посмотрим, к чему они приведут. Интересно, что никаких официальных заявлений из Пекина на тему дальнейших переговоров не было, но и без них. После слов Трампа обвал на биржах, с которого начался этот понедельник, приостановился. Утром мировые фондовые площадки посыпались после того, как Китай объявил о намерении зеркально ответить Америке. Речь о решении Пекина повысить пошлины на американские товары. Буквально несколькими часами ранее угрозы в адрес Китая прозвучали из уст главы Минфина США. Стивен Мнучин заявил, что американские компании могут покинуть Поднебесную. В Вашингтоне это увязалось с протестами оппозиции в Гонконге, которые по странному совпадению этой ночью вспыхнули с новой силой.